Всем доброго дня. Приехали на форель. Выставили уже 15 удочек. Пока тишина. 4 утра приехали. Сейчас уже где-то 9. Один мужик поймал одну форельку на грамм. 300, наверное. И все, пока не клюет больше. Ни у кого. Сейчас должны приехать, зарыблять. Поэтому все там в кучу собрались. Не знаю, я первый раз на такой рыбалке. Позвали. Посмотрим. Будет что-нибудь, нет? Поставили на пасту, на силиконки всякие разные. На малька. Зарыбляют, все здесь собрались. А что, сошла, что ли? А я даже ее не задел. О, дальше пошла, забегали все там. Нифига себе. Хорошая. Я ни хера не клюет только. Да-да, я не буду трогать. Вот рядом стоит, у меня не клюет, здесь клюет. Знаете, как клюет сильно. Сидит. Ох-ох-ох, как клюет, офигеть. Ничего себе. А хозяина нет. Он и там клюет. Офигеть. Хозяин как клюет. А хозяина нет. Я тоже тронуть не могу, чужая. Угу. Не-а. Все, сошла, сука. Ну ты что? Смотри, белый могут. Да. Что там? Здесь. Багорик, да? Где? На всякий случай. Есть что-то.
сторону. Хорошая, да, вроде? Да, ничего. Походите. Вот, блядь. Осторожно. Ох, нифига себе. Мощная. Ну, форель. Это что-то крупное. А, пролезет в эту лунку? Пролезет. Нам самое главное сюда приподнять. Лунку завести. Вот это вот неудобно, да? Вот этот крючок, ну, второй. Да. По-другому никак. Ну так, теперь только выше. Маленько походит. Ну. Обалдеть. Слабо завязали, да. Не торопитесь, пускай лучше помучается. Да я тоже так. Вообще не мучается. Ё-моё! Крючок выгнула. Охренеть. Крючок разогнула. Ага. Нет. Может, сбила на малька? Я смотреть не будем. Нет, малек стоит. Вот зараза. Просто сама. Сама по себе?